Собака бывает кусачей, только от жизни собачей, только от жизни собачей собака бывает кусачей. Такая простая истина была озвучена авторами старого советского мультфильма. Бездомные животные – проблема, которая существует не одно десятилетие. Собаки и кошки, свободно обитающие на улицах городов, всегда были привычной частью городской экосистемы. Большинство из них – брошенные или потерявшиеся, некогда любимые домашние питомцы и их потомки. Живя длительное время на улице, они начинают дичать, голодать и сбиваться в стаи, что в конечном итоге приводит к самым негативным последствиям. В первые недели марта это видео, на котором запечатлен момент нападения собак на ребенка в поселке Московском, облетело все паблики в социальных сетях. Свидетелем этого происшествия стала жительница одного из многоквартирных домов Эльмира Ксалова. В тот день она находилась дома с маленьким ребенком. Услышав крики с улицы, она тут же выглянула в окно и попыталась голосом отогнать собак. Когда я выглянула, ребенок лежал на земле. Его окружили стая собак из трех собак. Вот. Эти три собаки были агрессивные, его кусали за ноги, за руки. Я от шока я стала кричать, но собаки меня не слышали. Так как я с маленьким ребенком, я еще не успела выбежать на улицу, но я хотела выбежать. И в этот же момент проходил из магазина мужчина со второго дома, выходил. Вот. Он подбежал к собакам, отогнал и поднял мальчика и отвел в сторону первого дома домой. Вот. Хорошо, что мужчина подоспел и спас ребенка. Если бы не было никого рядом, я думаю, что мальчик бы гораздо сильнее пострадал, и, возможно, бы даже его загрызли собаки. Этот случай не стал единственным в поселке. Всего за месяц здесь произошло по меньшей мере 5 нападений на людей. Вот и Полина Лайпанова с испугом в глазах вспоминает, как пришлось отбивать от собак своего внука. Вот у нас двойня, например, у дочки. Нам приходится их сопровождать вот в эту школу. Почему? Потому что мы боимся их отпускать. Если что случится, мы же не знаем. Вот я их не встретила, просто хорошо, что я здесь находилась. На внука напали собаки. И мне пришлось защищать их. И они окружили меня, на меня напали. Понимаете? Не то, что маленькие дети, взрослые уже, мы боимся. Как рассказывают жители поселка, встревоженные данной ситуацией, они обратились в прокуратуру и администрацию Усть-Жигуты. Но, к сожалению, проблему решить пока что не представилось возможным. Сами же люди считают, что опасно оставлять сложившуюся ситуацию без внимания. К тому же не стоит забывать, что бродячие животные могут быть опасны не только своей агрессией, но и стать причиной инфекционных заболеваний. С точки зрения зоологии, собаки – это хищники-падальщики. То есть для того, чтобы добывать себе пропитание, они могут собирать какие-то отходы, падаль на мусорках и могут охотиться. В принципе, собаки могут быть, бродячие собаки, могут стать опасными как источник таких заболеваний, как кишечные инфекции, холера, та же дизентерия. Это паразитарные заболевания, очень актуальные в нашей местности, такие как эхинококоз. Токсоплазмоз – это такое заболевание, как бешенство. Вот к бешенству мы еще вернемся. Я хочу сказать, что собаки также опасны с точки зрения того, что они являются переносчиками блох. А блохи могут быть также фактором инфекционным. Они могут переносить такие заболевания, как тиф и чума. По словам пресс-секретаря управления Роспотребнадзора, единственным спасением от этих инфекций является вакцинация, которую ежегодно проходят жители республики, а также серия прививок, которая ставится человеку, подвергшемуся нападению бродячих собак. Те люди, которые подвергаются укусам бездомных животных, сразу должны получить серию антирабических прививок. И нужно сказать, что количество людей, которые получают эти прививки на территории нашей республики, в общем-то, не маленькое. У нас были годы, когда до 1000 человек были укушены собаками. И вот по последним данным, за последний 2002 год, у нас было 503 случая укуса различными животными, из них 429 случаев укуса собаками. Эта оценка состояния заболеваемости, этого состояния рассматривается как неблагоприятная.
Если же говорить о первых двух месяцах 2023 года, то в нашей республике было зарегистрировано 62 случая укусов бродячих собак. Все эти факты говорят о серьезности проблемы беспризорных животных, которая, кстати, вызывает бурные споры в обществе. Некоторые жители республики придерживаются мнения, что данный вопрос необходимо решать самым кардинальным способом, а именно отстреливать бродячих собак. Вот только они не знают, что это запрещено законом и может повлечь за собой серьезные последствия в правовом аспекте. Если мы говорим с вами об ответственности, то необходимо в первую очередь обратить внимание на нормы федерального закона номер 498 об ответственном обращении с животными, который нам гласит о том, что любое жестокое обращение с животными, будь то увечье, издевательство, либо убийство, да, обстрел, отстрел животных, является незаконным. Этим федеральным законом предусмотрено, что в случае, если имеются собаки, да, на улице, стаи собак, которые покушаются на жизнь и здоровье граждан, то необходимо обратиться по номеру по определенному номеру телефона для последующего отлова этих собак бродячих и для последующей стерилизации. После стерилизации данные собаки, они чипируются, ставятся на них определенные номерные знаки. Это говорит о том, что данные собаки не опасны для общества и их можно выпускать. Либо эти собаки, если они являются агрессивными, находятся в приюте в дальнейшем. Любое иное, скажем так, посягательство на жизнь и здоровье собак является издевательством и карается Уголовным кодексом. Если мы с вами говорим о статье 245 Уголовного кодекса Российской Федерации, то жестокое обращение с животными карается штрафом в размере от 80 тысяч. Если мы с вами говорим о жестоком обращении в присутствии малолетних, несовершеннолетних детей, то уже штраф выше, и он составляет от 100 тысяч рублей. Поэтому необходимо помнить, что самостоятельных никаких действий предпринимать нет необходимости, и это незаконно. В данном случае необходимо обратиться в специализированную службу, которая прошла тендер, и таким образом они выезжают и предпринимают меры. Но опять-таки они должны быть гуманными. Федеральный закон нам об этом говорит. При этом санкции Уголовного кодекса предусматривают и более тяжелое наказание, вплоть до лишения свободы, в случае, если убийство животного совершено с особой жестокостью, либо группой лиц. Необходимо понимать, что решать проблему бездомных животных возможно только в рамках действующего законодательства. Так, отловом, стерилизацией и чипированием собак могут заниматься исключительно специализированные компании, имеющие лицензию и право на отлов. В нашей республике в 2019 году управлением ветеринарии был проведен электронный аукцион, по результатам которого осуществлять деятельность по обращению с бесхозными собаками имеет право индивидуальный предприниматель, зарегистрированный в селе Винсады Ставропольского края Нина Леонидовна Волоша. В ее обязанности входит отлов животных без владельцев, в том числе их транспортировка и передача в приюты, а также возврат потерявшихся животных их владельцам. На официальном сайте управления ветеринарии Карачаево-Черкесии размещена данная информация, а также прикреплен образец электронной заявки, в которой необходимо указать свои данные, местонахождение, вид и количество животных. К сожалению, получить более подробную информацию о том, сколько заявок было обработано исполнителем, начиная с 2019 года, не представилось возможным. К тому же на официальном сайте ведомства отсутствуют контакты исполнителя. Открытым остался и вопрос о том, в какие именно приюты в случае отлова увозят животных, ведь в нашей республике государственных питомников для собак нет. Тем не менее, определенная работа с бездомными животными ведется силами неравнодушных граждан, которые содержат частные приюты и госпитали. Так, в нашей республике существует госпиталь для тяжелобольных животных, которым руководит президент партийного проекта «Защита животного мира» Анар Баширов. Зооактивист, он помогает обездоленным братьям нашим меньшим уже не один год и не раз становился свидетелем того, каким жестоким может быть человек по отношению к животным. Проблема в республике есть. Собаки действительно проявляют, бывают агрессию на людей, но все же это идет от людей. То есть люди неправильно, то есть ведут себя, сами их дразнят, и после этого, естественно, собаки проявляют агрессию или же кидаются на людей. На людей и на детей. Собаки в республике не голодают, их кормят, то есть людей хватает, которые их кормят.
Агрессия проявляется только в том, что у собаки есть такая психика. То есть если ее человек один раз обидел, в следующий раз, то есть собака уже проявляет агрессию. И при избивании стаи собак, естественно, собака чувствует себя сильнее и проявляет какую-то агрессию. Что нужно делать? Ну, во-первых, за детьми должен быть контроль, то есть взрослых, чтобы дети до 18 лет как бы находились под присмотром родителей. Это во-первых. Ну и собак, я считаю, что не нужно гнать, обижать, просто подкармливать, прикармливать. И таким способом, я считаю, что собаки станут менее агрессивными к людям. Если, допустим, в вашем доме или там, если это многоэтажка, поселилась какая-то стая собак, вам в первую очередь нужно наладить контакт с ними. То есть если, допустим, жители этого дома избавятся от этой партии собак, то в последующем, то есть прибудет еще одна стая, то есть места пустым не будет. То есть нужно прикормить этих и общаться, дружить с ними. Как-то так. То есть собака, если будет, как бы, стая собак, если будет на этой территории чувствовать себя хозяином, и люди не будут их обижать, я считаю, что все будет хорошо и все будет нормально. Проведенный нами соцопрос показал, что проблема бездомных животных волнует многих. При этом абсолютное большинство убеждены, что вопрос нужно решать исключительно гуманным способом, чтобы и люди были в безопасности, и чтобы животные не пострадали. Ну, с этим что-то надо решать. Очень много собак развелось. Ну, а любое животное, которое без присмотра, надичает постепенно. Может быть, только изолировать бродячих. А каким образом? В приюты или что? Приют, да. Ну, для этого специальные приюты есть. Думаю, надо как бы, чтобы эта тема больше развивалась специальными приютами. Никаких отстрелов, только приюты. Цивилизованно, в общем, все надо решать. Даже ее как-то жалко, она идет, но ты там с магазина идешь, там или мясо кинешь, или кусок хлеба. А что вот делать, чтобы решать эту проблему? Ну, как что делать? Ну, приюты какие-то это сам существуют, как в Москве, на. Там тоже относятся к животным. Это животные, понимаете? Люди, человек, он соображает, а животное, оно что наше. Мне кажется, за это нужно взяться правительству и участвовать в этом. То есть открыть больше приютов для животных и ухаживать за ними. Конечно, я за права животных. Как вы считаете, как можно решить проблему бездомных животных в нашей республике? Это нужно заняться специально, ну, люди должны заняться этим, открывать приюты, чтобы животные так не бродили по улицам. Все равно тоже живые существа. Это очень сложный вопрос, потому что я даже не знаю, здесь ветклиник очень мало, а говорить о питомниках или чем-то другом я даже не слышала об этом. Ну, если бы они хотя бы были, была бы как бы более... Ну, лучше, да? Да, да. Бесспорно, проблему бездомных животных невозможно решить за один день. Необходим исключительно комплексный подход и, конечно, соблюдение законодательства. А еще важно помнить, что все мы в ответе за тех, кого приручили. Когда у собаки есть будка и миска, ошейник, луна и в желудке сосиска. И каждому ясно, что эта собака не круглая сирота. Собака бывает кусачей, только от жизни собачей. Только от жизни собачей собака бывает кусачей.